Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а точнее прохождения новой карты. Предыдущую карту мы закончили проходить вчера. Поэтому, ребята, настало время для новой карты. И как вы уже могли догадаться, это карта про зомби. То есть это постапокалиптический мир, где мы будем выживать, добывать там нужные припасы, искать помощь, отбиваться от зомби и также прятаться ночью. Потому что тут ночью зомби намного сильнее, чем днем. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Потому что как только мы берем 1200 лайков, я сразу же выпущу следующую серию прохождения вот этой крутой карты. Мне просто нужно знать, ребята. Ребята, если вы хотите продолжение этой карты, поэтому 1200 лайков, сразу выходит новая серия. Не поленись, потому что это действительно будет круто, если мы продолжим выживать тут больше, чем одну серию. Я обещаю, что я сразу выпущу серию для своих любимых подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг, и кто еще не подписан, я приглашаю вас вступить в нашу большую дружную семью. Поэтому не поленись, лайк, подписка, и ты просто-напросто сделаешь мне очень приятно. Ну, мы, ребята, больше не будем разговаривать, мы сразу же приступаем к прохождению этой крутой карты. Ну что, ребята, мы находимся где-то в каком-то автобусе. Я не знаю, как мы сюда добрались, но все же тут у нас плита. И вот у нас новое сообщение. Добро пожаловать в Броуд. То есть город, который был захвачен природой в прямом смысле. 15 лет назад на свободу вырвался вирус. Как вы уже поняли, какой вирус вырвался на свободу. Поэтому все улицы кишат просто злыми зомби, которые разгуливают вокруг как какие-то старые бродячие псы. А тебе нужно просто-напросто искать припасы, искать сундуки, чтобы... Вот, например, как тут у нас сундучок есть. Искать сундучки, чтобы добыть с них припасы и нужные ресурсы для того, чтобы выжить. И помни, всегда смотри, что творится за твоей спиной. Именно ночью, как я уже сказал, ночью тут... У нас вообще офигеть, что будет твориться. Ну что, ребята, вот наш стартер-пак, можно и так сказать. Нам дали первые итемы, с помощью которых мы можем выжить. Я там вижу еще один сундучок. И уже убегаем. Куда бы нам побежать? Но я в первую очередь вижу тут, что куча зомби, но мы на них не будем обращать внимания. Вот видите, они спавнятся прям спрячемся. Ух ты, новые вещички. Ладно, я тут вижу первый домик. Ай, дайте выбраться. Я тут вижу первый домик, и там еще что-то находится. Это, наверное, будет первое наше убежище. То есть мы не успели появиться. О, так, сюда. Замечать, что у нас тут пишет? А, ладно, ребята, в принципе, сейчас у нас нету так много времени, потому что все-таки ночью мы появились ночью. Ой! И прям так передо мной заспавился. И самый лучший вариант — это будет спрятаться. Спрятаться, полутаться в этом фермерском домике. Потому что это действительно фермерский домик. Мы его нашли прям... Вот офигеть, как тут красиво. Офигеть, но круто то, что мы уже нашли убежище. И мы, в принципе, даже не успели еще начать прохождение этой карты, как мы уже нашли какое-то крутое убежище. Я бы, если честно, очень хотел, чтобы никто к нам в дом не забрался. И мне, если честно, очень интересно, какая тут будет финальная цель. То есть нам нужно будет какой-то вертолет найти или танк. Помните, как у нас было в предыдущей части? Там нужно нам было вертолет... Нет. Ух ты! Нам там нужно было танк найти, чтобы уничтожить и бандитов, и зомби. Да, у нас все-таки меч тратит свою прочность. Я уже так обрадовался. Сейчас, дайте мы... Добьем. Так, замечать, тут больше ничего нету. Ребят, мне кажется, хоть и это и крутое убежище, и в принципе, если честно, я бы тут даже остался жить. Поклонники сериала «Ходячие мертвецы», наверное, меня поймут, потому что... Я не помню, какой сезон, вроде второй сезон, там, где Рик и его компашка провела на ферме, да, и она там выживала. Поэтому я, если честно, хотел бы тут остаться, на вот этой крутой ферме подсолнухов, но, к сожалению, нам нужно продвигаться дальше. И пока что я зомби, не вижу, и это меня очень радует. Волки? Они меня будут трогать? Мне вот это интересно. Вот смотри, офигеть, тут приземлился самолет, или это истребитель даже, какой пукан у него здоровый. Ну ладно, сейчас мы его полутаем. Главное, очень круто то, что тут зомби ничего нет. Это церковь. Ребята, знаете что? Давайте наша будет финальная миссия, то есть финальная цель в этой серии — это добраться вот сюда, в
церковь, вот сюда в купол, на самую верхушку, для того, чтобы спастись. Для того, чтобы просто спастись, и мы там сделаем свое убежище на несколько серий, если, конечно, серии будут, я уже сказал, это зависит от вас. О, сейчас. О, круто. Мы не можем завести истребитель, просто улететь нафиг отсюда. Ух ты, нифига себе. Это нам 100% нужно. Ага. Я уже напугался, то, что я не смогу отсюда выбраться. Ну что, ребята, в принципе, круто. В принципе, круто. Первую ночь мы выжили. Они меня не будут трогать до того времени, пока я их трогать не начну. Нифига себе, посередине. Тут, походу, кто-то выживал, ребята. Видите, то, что тут кто-то выживал. Опачки, что тут у нас? У нас тут есть печка. Нам нужно запомнить то, что тут у нас есть печка. Кстати, у нас есть удочка. И у нас есть зажигалка. Это, в принципе, очень даже пригодится. Очень даже пригодится для выживания. Тут у нас, походу, кто-то прятался в этом лесу. Ну, прятался, да не допрятался. Потому что он уже, как я понял, давно... Ох, какая вагонетка. Давно уже... Поэтому... Мы тоже тут не будем задерживаться. Машинка. Что у нас тут есть? Бумага и мотыга. Я не знаю, сможет ли она нам... Опа. Пригодится. Но это название города. Это название города. Брод, да, как я понял, она называется. Ух ты. О, я нашел... Кто? Я нашел записку или что это у нас тут было? Это у... Не трогай меня. Это у нас поезд, да? Это у нас поезд. Я не знаю, смогу ли я туда забраться. Ребята, к следующей ночи мы должны уже спрятаться вот тут в этой церкви. Потому что ночью тут у нас выбегают намного сильнее зомби. Если мы их встретим, это будет офигенно. Офигенно как? Не офигенно, да? Вот смотрите, забаррикадированные окна. Круто, вот это круто сделано. Почему? Сейчас, apartment and... Ага, ну сейчас мы проедем первый наш домик, который мы облутаем, ну... Ага, я не могу сюда зайти. Офигеть, круто. А, ладно, найдем какой-то другой вход, если он, конечно, будет. Ты печенюшку хочешь? Держи. Ребята, я добрый человек, я ему оставил печенюшку. Он за нами так побежал, мне прям жалко ему стало. Опа. Банк. Это банк? Ребята! Первое даже ограбление банка. Я не знаю, стоит ли нам вот эту всю фигню брать. Тут, как видите, очень много припасов. Но я не знаю, нужны ли нам они. Иди ты нафиг! Иди ты нафиг! Ты не очень хорошо тут спавнишься, если честно. О, ага! Так что фиг вы сюда сможете забраться. Ребята, вы видите то, что тут пишет? Видите, что там пишет? Это у нас... Сейчас... Вау. Ага, то есть мы сюда зайти не можем. А мы бы так натырили себе золотых слитков. Хранилище, хранилище. Как бы нам к тебе попасть в гости? О-о-о, как видите, ребята, что у нас тут пишет? Это у нас путь в хранилище, но это только затопленный выход, да? То есть emergency выход... Не говорите то, что я сейчас умру. О, вижу поверхность, вижу. Давай, как-то он очень медленно выплывает. Ладно, ребята, я прям сдал то, что тут будут золотые слитки. Я прям это предвидел. Сейчас мы все это... Нас ожидает алмазный меч. Да, но пока что у нас нету палочки. Ну, это ограбление банка уже в первой серии, ребята. Это ограбление банка. Это все мы заберем. Это... Ух ты, нифига себе. Я там видел лошадку. Поэтому, может, это нам даже пригодится. Я не знаю. Бронька, в принципе, бронька это полезная фигня. Поэтому давайте заберем. Ух ты, нифига себе. Мотыгу лучше выкинуть. Она нам, в принципе, не нужна вообще. Ух ты! Как так? Иди сюда. А я-то, в принципе, еще что-то видел, если мы дальше... Да сколько вас там нафиг этих зомбарей? Вот, допустим, если мы сюда побежим, тут у нас ничего нету? Нет, тут у нас ничего нету. И, да, обратно я смогу выбраться, то я уже напугался, что мне опять нужно будет вот этот круг делать.
валим, 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 валим. Они там, в принципе, спамятся, ну круто. Ребята, мы в ловушке. Нет! Нет, 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 мы в ловушке. Сейчас, сейчас, сейчас. Ай, офигеть, тут зомби умные нафиг. А, нет, и что нам делать? Что нам делать, ребята? Они все прут да прут. А у меня здоровье не восстанавливается. Ай-яй-яй. Чувствую, это будет наша первая смерть. Чувствую, это будет наша первая смерть. Пожалуйста, дайте мне выжить. Дайте мне выжить. Мы в ловушке, ребята. Что я сделал? Ничего? Ничего хорошего. То есть, вы видели, ребята, что тут можно делать? Вы видели? У нас там была кнопочка, то есть паник, ну, если дословно переводить, паническая кнопка, да, то есть, если на тебя, допустим, кто-то захочет ограбить вот этот банк, нажать на вот эту кнопку вызова там ФСБ, да, и они придут тебе помочь. Welcome to... Ага, шериф. О, шериф офис. Круто. Поэтому, ребята, это круто. Тут нужно нажимать каждой кнопочкой, потому что вы сможете взаимодействовать с каждым элементом этой крутой карты. Это... Как-то вас много, честно. Вот, вот эти все звуки. Это полицейский участок. А, как мы знаем, в полицейском участке всегда есть куча, куча и куча всяких полезных оружий и предметов. Ух ты, ух ты. Ай, да вы офигели! Это заключенные нафиг! Так. No signal. Нифига себе. Они через окно залазят! Они через окно залазят! Нам нужно как-то спрятаться, чтобы они нас перестали замечать. Сейчас, сейчас мы вот тут... А я даже не знал то, что тут можно через окно залезать. Все. Да идите вы нафиг! Идите вы... Офигеть, вот вы тут честно, тут даже не спрятаться, тут нифига нельзя. Тут нифига нельзя, потому что эти зомби везде. И собачки нас, я не знаю, то ли они нас охраняют, то ли фиг его знает. Хотят охранять, по крайней мере. Так, так, тихонько, тихонько. Забираем. Неймтаг, неймтаг, давайте выкинем. Не нужно нам вот это, если честно. Лук, у нас нету лука. У нас есть стрелы, но у нас нету лука, да? Ладно, давайте возьмем. У нас 8 стрел. В принципе, я не скажу то, что это... Ух ты. А это, в принципе, круто. Всякие полезные лечилки. А, туалет. В туалете ничего полезного, по крайней мере, нету. В принципе, все. Но тут я еще вижу... я смогу туда зайти, но... А я смогу отсюда выбраться. А я смогу отсюда выбраться? Я, наверное, первый человек в мире, который сам себя заключил в тюремную камеру и который сейчас отсюда не сможет выбраться. А, нет, смог. Нифига себе, я даже не знал, что там так можно перепрыгнуть с легкостью. Ну, круто, это было бы реально смешно. Так, в принципе, ребят, сколько там серия длится? Вот я не знаю... Ночь, в принципе, еще не так близко. Еще где-то, мне кажется, ли это флаг, по идее, почти что Украины, если вот, например, вот так, да, то есть синие. Ну, прикольно. О, заправочка, заправочка. Что мы сможем найти на заправочке? Хоть что, что угодно, но только не зомби, пожалуйста. Что угодно, но только не зомби. Нам нужно найти какой-то сундучок, потому что я, если честно, ничего не вижу. Я не знаю, где нам хранить наши предметы. Так, тут, в принципе, палочки, 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 нам нужны палочки. Potion of Night Vision. Это круто, это круто. Палочки, палочки, палочки. У нас уже сейчас может быть алмазный меч, если мы сможем найти верстак. Я не помню, где... Тут очень... У кого-то сегодня будет пир. Но нам нужно найти хотя бы... Хотя бы какой-то сундучок. Ух ты, нифига себе. Хотя бы какой-то полезный сундучок, где мы сможем хранить свои предметы.
Как я уже сказал, ребята, наше убежище будет, допустим, вот в этой церкви. Где она? Я не могу выпрыгнуть. Ну ладно, сейчас посмотрим. Давайте я сначала перекушу и пойдем в церковь. В церковь. Это будет наше финальное убежище в этой серии. Будет ли следующая серия, как я уже сказал, ребята, зависит от вас. Но все же в путь нам нужно взять хотя бы какую-то еду, потому что еды у нас вообще никакой нету. Давайте хлебушек возьмем. Ну что, ребята, вы готовы? Нам еще бы верстачок найти. Я помню, где приблизительно был верстак. Но давайте в этой серии мы это оставим. Где... Вот. Вот она. Это наше финальное убежище, ребята. По пути мы, в принципе, еще сможем... Факел. Ай, мне нужно факел, но я не знаю, что выкинуть. У нас куча всего. Что это у нас автомойка? Это мойка, но мы туда забегать не будем. Вертолет. А вот знаете что? Давайте вертолет мы оставим на следующую серию. Потому что, ну, вертолет это уже само по себе круто, да? Потому что уже есть какой-то... Уже есть хотя бы маленькая надежда, то, что мы сможем спастись. Так, мы забрались на балкончик. Двери лучше за собой всегда закрывать. Потому что, как вы видите, это все потом нужно забирать. Но у меня реально нету сейчас времени. Тут, в принципе, куча всего, но я не знаю, что нам можно выкинуть. Вот это можно выкинуть, А вот эту картошечку тоже можно выкинуть. Сахар. В принципе... Вот это можно выкинуть. Что еще можно? Бумагу. Или бумагу лучше взять. Может потом... Как видите, зомби нас уже опять начали окружать. Сейчас, в принципе, можно даже немного погромче сделать. Зомби нас опять начали окружать. Зомби тут очень умные. Офигеть, какие умные. Так, тут у нас душ, как я понял. Ну, в принципе, берем вот это все и валим просто-напросто с этого дома. Ночь. Ребята, к ночи нам нужно забраться вот сюда в купол. Нам нужно спрятаться там. Как можно быстрее, потому что ночью, как я уже сказал... Знаете, как в Dying Light? Кто играл в Dying Light, тот поймет, то, что ночью наружу вырывается вообще... ну они меня сейчас окружат, ребята. Они сейчас меня окружат. Вот так. Night Vision. Мне нужно Night Vision взять. Давайте выпьем. Возьмем Night Vision и возьмем еще один Night Vision. Вот так. Перекусим. Ладно, давайте алмазные ботиночки. И валим. У нас хоть уже и ночь, но я вижу очень-очень хорошо, потому что у нас Night Vision есть. Это у нас церковь, ребята. Тут у нас купол. Нам нужно уже заканчивать, пока нас... Вы еще... Они так перед нами начали спавиться. Давайте валим и просто... В этой серии мы переночуем. Спокойно. Тут нас уже, в принципе, никто не сможет тронуть. Мы... Фух, по крайней мере, сейчас в безопасности. И тут и верстачок есть, и тут и печка есть, и тут и большой... Тут и большой сундучок есть, тут кровать есть, тут печка есть. Давайте пока что не будем. И печка, и все, и то есть это убежище. Нас тут никто не сможет тронуть, нас никто не сможет достать. И что самое крутое, у нас есть тут очень большой обзор всего города. Мы тут сможем увидеть и вертолет, и что там, вот, фермерский домик, который был нашим первым убежищем. И, ой, я так башкой кручу, да? О, кстати, мы можем сюда выбраться. Help, помогите. Круто, то есть у нас тут полный обзор всего города. То есть мы можем увидеть все припасы, которые мы можем себе забрать. Вот тут, в этой части города мы еще не были. Но также тут у нас есть вертолет, тут у нас есть какой-то супермаркет, заправка с кучей еды, которую мы еще не всю забрали. И в принципе тут есть большие апартаменты, да, то есть многоэтажка, мы тоже потом что-то оттуда выловим. Но все же, ребята, мы уже ограбили банк в этой серии, мы уже ограбили банк. И смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы заберем вот это можно выложить, по крайней мере, пока что. Вот так, мы уже наполовину алмазные, да? То есть наполовину уже алмазные. И, кстати, наш первый алмазный меч сразу же в первой серии. То есть, ребята, смотрите, как мы приоделись в первой серии. Ну,
к сожалению, на этом мы будем сейчас заканчивать. И как я сказал, если вы хотите, чтобы мы выжили в зомби-апокалипсисе, если вы хотите, чтобы мы сбежали с этого зараженного города, если вы, в принципе, просто хотите большей серии прохождения этой крутой карты, да и вообще прохождения различных карт, все, что вам нужно, это поставить лайк. Секунда времени, не так-то тяжело, но в знак благодарности я выпускаю сразу же новое видео, как только мы наберем 1200 лайков для своих любимых подписчиков, случайно стукнул. Потому что, как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Поэтому не поленись, лайк, подписка, и ты действительно сможешь сделать мне приятно. К сожалению, ребята, сегодня мы прощаемся на этой серии, но встретимся в следующей серии, которая выйдет завтра, ну или быстрее, зависит только от вас. Я еще раз скажу вам большое спасибо за просмотр именно тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что вы заслуживаете уважения, ребята, потому что не каждый смотрит видео до конца, а кто продерживается, тот вообще самый крутой пацан, ну или девушка, если такие есть. Ребята, я еще раз скажу вам большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.